Подавать данные по электроэнергии теперь можно до конца месяца. Такое решение приняли в Красноярской энергосбыте на основании определения Верховного суда. Напомним, передавать организациям показания с приборов учета красноярцев обязали с ноября, ежемесячно с 23 по 26 число. В связи с жалобами жителей на неудобство новой системы президент России Владимир Путин поручил правительству страны разобраться в проблеме до мая этого года и освободить граждан от обязанности отчетов, поскольку ресурсы снабжающие организации перекладывают свою работу на плечи людей. После заявления Верховный суд вынес решение, цитирую, признать недействующим обязание потребителя ежемесячно передавать полученные показания исполнителю не позднее 26 числа. Вот что сегодня заявили в Красноярской энергосбыте. Как мы трактуем закон? Мы пока отмену этого пункта трактуем как отмену ограничения даты. Расшифровок, пояснений мы еще никто не получили. Но никто не отменил оставшуюся часть законодательства. Человек может не передавать показания, но в этом случае первые 3 месяца мы будем рассчитывать им по среднемесячному, а на 4-й месяц мы будем вынуждены по закону рассчитать ему по нормативу. Правда, пока Красноярскому энергосбыту не удалось договориться с Почтой России и другими инстанциями о дополнительных днях приема. Поэтому с 27 апреля передать информацию можно будет только через интернет.